Эй, всем привет на канале! Сегодня я представляю очередной проект, который я создал специально для вас. Называется он «Черный квадрат». Все вы знаете про загадочные свойства черного квадрата Малевича. Кто-то говорит, что под черным цветом, значит, нарисована другая картина. Кто-то говорит что-то иначе. В общем, слухов очень много. Я же создал свой квадрат Малевича. Он тоже обладает довольно интересными свойствами, которые я вам сегодня покажу. Так что же необычного в моем черном квадрате? Посмотрим. Он подчиняется обычным законам физики. Я убираю книгу, чтобы показать, что никакой химии нет. То есть то же самое. Есть одна очень интересная поговорка. Квадратное катать, а круглое кантовать. Верите ли вы, что я сейчас смогу победить гравитацию и заставить квадратное кататься? Я думаю, что не верите. Давайте рассмотрим его поближе. Обычный черный квадрат. Ничего в нем такого супер какого-то хитрого скрытого нет. Под столом ничего нет. То есть нет там никаких магнитов. Вот. Фиксируем время на часах. То есть что съемка идет онлайн. Вот. Должны быть часы видны. Обладает он обычными свойствами, как любой обычный другой предмет. Но достаточно его взять и немножко погладить, а также совершить пару магических действий, и по своей сути обычный предмет полностью перестает подчиняться всем законам физики, нарушая все законы гравитации. Смотрим. Кто сомневается, возьмите просто обычную книжку и попробуйте поставить ее на ребро. Или попробуйте сделать так, чтобы она у вас стояла под наклоном. Попробуйте ее кантовать. Вы сможете с книжкой сделать то же самое, что я сделал со своим черным квадратом.
Кстати, обещал взвесить и забыл. Значит, есть у меня такие весы, закупленные в Китае, такого вот плана. Включаю. Обнуляем. Как видно, ноль. Ставим сюда крышку и обнуляем вес крышки. Как видно, все по нулям. Теперь берем, ставим черный квадрат и смотрим вес. Вес составляет 563 грамма 20 миллиграмм. 560 грамм весит черный квадрат. И при этом может кувыркаться, как пушинка. В общем, вам подумать есть на чем. Еще раз показываю вживую. 560 грамм. Никакого обмана, как видите, нету.